Ты что будешь сейчас делать? На автобусе ехать. На трамвайчике будешь ехать, да? Лиза, скажи, на голубом. На голубом трамвайчике, да? Куда ты поедешь? На котором 100 лет. Трамваю 100 лет? Да. Да ты что? Я поеду на парк. Ой. А кто это у тебя в друзьях? Кукла моя. Кукла твоя? Вау. Лиза наладит трамвайчик. Заходи. Давай, заходи. Вот Лиза села в трамвай и будет ехать высоко-высоко, да? А там... Сильно-сильно поехал. Ты хочешь на таком автобусе кататься? Да ты что? Прям на крыше? Да. Вау, круто. А вот наша мама. Привет. Смотрите, какие тут красивые люстры. Трамвайчик, да? Да. Лиза поехала. Едешь, да? Чух-чух. Лиз, и с тобой еще куколка едет? А покажи куколку свою. Ух ты, какая кукла. Лизик, ты выходишь? Сейчас. Лиза с мамой идет. Давайте. Оп. Мама. Вот мама. Привет. Где? Лиза, иди сюда. Сейчас будем переходить. Так, сейчас мы идем на фуникулер. А мама с Лизой фотографирует. В очереди, да? Хочу. Пока. Да, вот тут. Все, поедет сейчас. А ты на другом языке разговариваешь, да? На каком? На украинском? И на русском ты разговариваешь, да? Ты на русском и украинском разговариваешь. Молодец. Лизик, на. На, будешь тете давать. Элизабет. Мама, ты тоже садишься. Даже папа садит. Все, мы сели, да? Лизик, помаши ручкой. Помаши.
Ты идешь, Лиззи? Лиза приехала на Тибидабо. Да, Лизик? Я сейчас подниму. Лиза поднимается. Церковь. Пойдем посмотрим, что там такое. Привет! Классные, да? Смотрите, как они смотрят на Лизочку. У них такие умные глаза у этих собак. Они такие большие. Тебе нравится, Лиз? У меня маленькие собаки. У тебя будет маленькие собаки. Один большой, один маленький. Да. Во, давай. Такие красивые они вообще. Никита, она учится, видимо, да? Спасибо.